Вот этот приборчик. Что там? Буст на минус. Полностью закрученный. Полностью открученный. Ну все, полностью открученный. Проверяем с ним и без него. Это было с этой деталью. Как видите, стрелка турбо немного-то уходит. Явно не 2 бара, а отключена на максимум. И я сейчас после работы поставлю штатный регулятор давления. Так, восстановим, как оно было. Вот 2 шланга, вот этот нижний идет прямо на актуатор тут самый. Этот тоже куда-то там идет. Короче, поставлю обратно вот этот электромагнитный клапан, как он тут был штатный. Вы видите интересную вещь. Ну вот, соленоид на месте, штатный, в кавычках. Так, ребята, штука это у меня в руках. Вот. Сейчас замеримся. Видите, давление, короче, больше оно держит. Факт, давление больше, оно держится, та машина быстрее разгоняется. Серьезно. Вот разница между механическим и штатным. Посмотрите на штатный.